Добри вечер. Во первих, надо поздравить команду с победой. Молодцы. Очень важная игра. Трудная игра. Я думаю, интересна. Много динамики сегодня, много моментов и у нас, и у соперника. Так, я бы сказал, качественный футбол. Очень важна 3 очка у нас и продолжаем дальше. Надо продолжать работу. Да, хороший старт сезона. 4 игры выигрывали подряд, но надо продолжить. Следующая игра самая важная для нас. И так как начали на сборах, а продолжили, надо тренировать хорошо и надо играть хорошо и забирать очков. Тоже надо сказать 2-3 слова. Я хочу сказать 2-3 слова. Сочи очень качественная команда. Мне очень нравится, как они играют этом сезону, и надо похвалить работу и главного тренера Федотова. Это команда, против которой очень сложно играть. Так, это причина больше, что счастлив за это 3 очка, но, как и сказал, двигаемся дальше и думаем о следующей игре через 3 дня. И надо похвалить нормальную атмосферу на стадион. Я это сказал и в прошлый раз против ЦСКА, все по-другому, когда болельщику за спину команды. Просто каждый человек, который понимает футбол, он просто знает, что происходило у нас там последний час сезона. Там пришли, перестроили команду, потом ушли много лидеров команды, потом и там были и травмы, и ковид, и играли каждые 3 дня. И просто это был трудный график для нас. А сейчас просто все на своем месте. Так, и Рифат, и Камано, и Федор сейчас после травмы тоже, и Барино вернулся спокойно, но с нами еще нет Влади Гнятев, Зе Луиш, Антон Миранчук. У нас еще есть потенциала у игроков, но и эти, которые сейчас постоянно играют, отработают свою работу качественно. Так, можно смотреть, что стакан есть с половину воды, а можно смотреть и что есть, что там не хватает с половину воды. Я всегда по положительно, так сказать. Забил 2 важных гола, хороший гол, но тоже он играл в футбол 4 месяца, надо еще поработать по физике, надо продолжать так работать. Но надо быть спокойным. Да, я сказал, только хороший старт сезона и все, конец. Надо следующую игру думать, и у каждого игрока надо быть мотивация, чтобы показывать себя на каждой следующей игре на 100%. И это происходит сейчас так, если роль со скамейки или роль от начала, это вообще не важно. Футбол не играют фамилии, футбол играют игроки, а выигрывает команда и проигрывает команда. У нас это 4 игры выигрывала команда. Календарь такой, как есть, я не могу влиять на его. Так, мне не понравилось это, что только был начало сезона, а потом так большой перерыв между 2 играми. Но просто так получилось. А важно, что эту игру после перерыва мы выигрывали. Это трудно. И трудно играть там Туле, плохое поле. И вообще нелегко там играть. Вы знаете, Локомотив там неудачно играл много лет назад. Это что, как будет Уфе, я тоже думаю, что будет очень трудная игра. Они проиграли сегодня. Там искусственное поле. Только одно в русском чемпионату искусственное поле, и особенно и клима, и все там по-другому. Неприятная команда, надо найти решение и принимать решение и просто забрать очков еще раз. А и это могу ответить так, как и на этот вопрос о игроками, которые сейчас в хорошей форме, а не были первый час сезона. Тоже каждый, который понимает футбол, нормально недоволен, но когда ты забиваешь такую трудную игру, 2-й гол, а потом из ошибки пропускаешь через минуту гол у твоя ворота, так нормально и намного опытнее команды, чем мы, могу потерять чуть-чуть уверенность следующих минут. Так получилось и сегодня у нас, но это не важно сейчас. Важно, что команда забила 3-й гол и забрала 3 очка.